Дополнительный пункт вакцинации от коронавируса развернут в Первоуральске. Он будет работать в воскресенье 12 декабря в торговом центре на улице Береговая. Привиться можно будет без предварительной записи. Пункт вакцинации расположен на первом этаже торгового центра «Первый» по адресу Береговая, 1. Вход со стороны набережной Нижнего пруда. Прививать первым компонентом препарата «Спутник Ви» будут всех желающих в порядке живой очереди с 12 до 15 часов. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.